Александра Бакарюкина в полиции чуть меньше года. И не просто в полиции, а в одном из самых сложных подразделений – в батальоне патрульно-постовой службы. На огневой рубеж выходит вместе со своим командиром Игорем Басистовым. Отличный результат. Возможно, благодаря ему третий взвод отдельного батальона ППС на этот раз станет лучшим в управлении. Женщине также необходимо уметь обращаться с огнестрельным оружием, и нормативы все одинаковые. То есть мы создаем нормативы наравне с мужчинами. Сотрудникам батальона применять оружие приходится редко, не часто, но если вдруг будет такая необходимость, мы готовы всегда применить его согласно законодательству действующего. К счастью, огнестрельного оружия на руках у населения в России на несколько порядков меньше, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Как ни странно, в этом есть не только плюс, но и минус. Российскому сотруднику полиции сложнее в любой момент быть психологически готовым ко встрече с вооруженным преступником. Согласно действующих требований наших приказов, да, сотрудник полиции должен стрелять не менее одного раза в две недели. То есть это его обязанность прибыть в тир, отстрелять положенное, выполнить положенные требования, упражнения и, соответственно, потом заниматься своей оперативно-служебной деятельностью. На этот раз самыми меткими в управлении стали сотрудники изолятора временного содержания. Второе место ожидаемо у уголовного розыска, а третьими стали стрелки из экспертно-криминалистического отдела.